Ебать, я какое видео посмотрела. Пиздец. Короче, пока эти арчихи там срутся с украинскими коллаборантами, я покажу видео, это просто вынес мозга. Там же места уже не хватило, они сейчас хватились уже проводят. Ну, вот это фига вообще. Все парковка занята, кольцо все занято. Может, как-то укорачивать, чтобы меньше места было. Арчихи, может быть, вы маленьких будете рожать, а? Но места нет. Ребята погибли непонятно за что. Они родились, чтобы сдохнуть. Я говорила, сиди дома. Говорила? Говорила? Арчихи, говорила? Ой, я тебя... Там... Ну, какой-то... Вот, подожди, я хочу посмотреть. Вы смотрите, личико какого-то, да? Вот, вот скажите, какая от него польза сейчас? Ну какая вот от него? Он поехал в Украину, чтобы сдохнуть. Что мог бы сделать в России? М? Ну подумайте. Ну, например, мог каждый день звонить домой. Оля, как дела? Сейчас скоро буду. Что по дороге захватить? Детям игрушки, даме цветы. Да ну, не знаю. Маме мог приехать какую-то кофточку подарить, да? Летом мог поехать, не знаю, в Грецию с своей, не знаю, любовницей. А может, из любовницы, а потом, не знаю, еще куда-нибудь с женой. Нет, сдох. Пиздец вообще, а. Лёня, вы можете как-то по дороге заезжать на кладбище? Ну вот, чтобы вы знали, что вот это обратная destination. Ты туда едешь, чтобы вернуться не домой, не к жене, а вот сюда. Ну, чтобы было видно, где ты будешь через 2 дня. Почему я не могу понять, почему там Скобеева и Симонян не копают могилы? Почему этот Юлечка Барановская с своими глазками не шлепает? Ну и достала бы хоть одного орка, хоть похоронила, поплакала. А пока слезы не кончатся, потом следующего. Каждый день на работу пусть выходит там. Детей привозить. У вас есть там важно? Ну вот это же важно. Вот это важно. Вы думаете, это не важно? Вы поэтому не хотите смотреть? Это не важно. Зеленский клоун, да? Зеленский клоун, это важно. А вот это не важно, да? Здесь на прошлое не... Это, подождите, когда? В декабре еще ничего не было. Вообще ни одной могилы тут не было. Ни одной могилы не было. Утилизация российского народа. Я же говорила, Путин убийца. Геноцид российского народа. Ну? Сидите дома. Дома. Вам в дом никто не пришел. Ни Путин вас убивает, ни украинцы. Сидите дома. Поставьте заграждение, там, не знаю, мешками обложите, накупите еды на целый год. И сидите, жрите попкорн, не знаю, смотрите порнуху.